устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. С 2019 года начнут расселять 14,8 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Так, в новый этап программы по итогам проведенного в 2018 году обследования включены 368 квартир в многоквартирных домах. Расселение коснется в общей сложности около 1300 жителей республики. О перспективах продолжения программы переселения главе республики Шолбану Каролу доложил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тувы Евгений Овсянников. Так, по данным Минстроя региона, 157 помещений или около 5000 квадратных метров подлежащего расселению жилья находится в Кызыле. Еще 211 квартир, признанных аварийными и включенных в программу нового этапа, приходится на село Хуваксы. По предварительным расчетам, на строительство нового жилья потребуется более 630 миллионов рублей, из которых около 40% в порядке софинансирования должна обеспечить сама республика. Министр сообщил, что фонд содействия реформированию ЖКХ в августе этого года одобрил для Тувы лимит финансирования по вновь выявленному аварийному жилью в размере 375 миллионов рублей на 2019 год. Эти средства начнут поступать сразу после того, как Тува изыщет и предусмотрит в региональном бюджете свою долю инвестиций. Это более 255 миллионов рублей. Шолбан Карол рекомендовал Минстрою уже сейчас, не дожидаясь утверждения бюджета и правительственных решений по суммам встречного финансирования, приступать к размещению заказов на строительство жилья по программе переселения и заключению контрактов. В эти дни идет социальная паспортизация левобережных дачных обществ Кызыла. Это комплекс мероприятий, направленный на создание информационно-аналитической базы для оценки социального положения постоянно проживающего населения, в том числе детей и молодежи, а также уточнение состояния потребностей детей дошкольными и школьными образовательными учреждениями. Мероприятие начинается с 13 ноября и продлится до 23 ноября. Мэрия Кызыла сообщает о том, что по вопросам жизнеобеспечения, перебоев с подачей тепла, других ситуаций можно обращаться в работающую круглосуточно единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 2-31-42 или в группу службы обращения мэрии города Кызыла. По обращениям на адреса будет выезжать специально созданная комиссия, поэтому важно указывать точный адрес жилья, включающий номер квартиры, а также контактный номер телефона. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Для любимого смартфона только оригинал. Сервисный центр «Просто» – это оригинальные аксессуары по удивительно низким ценам. Качественный ремонт смартфонов и ноутбуков. Кочетова, 49, второй этаж, первый павильон. Компания «Вятский меходелка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 13 по 19 ноября в ЦУМе. Житель Кызыла печатал 5000-ные купюры на цветном принтере. Так, в мае 2018 года в пункт полиции города Турана поступило заявление от жителя Кызыла, который сообщил, что ранее в сети интернет он разместил объявление о продаже своего ноутбука. Спустя некоторое время нашелся покупатель, с которым они договорились встретиться в селе Уюг Пихемского района. По приезду в село мужчина расплатился денежными средствами за ноутбук в сумме 25 тысяч рублей и уехал. Только потом владелец обнаружил, что 5 купюр номиналом 5 тысяч рублей оказались поддельными. После проверки заявления следователям возбуждено уголовное дело, а именно изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Согласно справке эксперта, указанная купюра изготовлена цветной струйной печатью. Оперуполномоченные экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Тувы установили подозреваемого. Им оказался житель города Кызыла 1992 года рождения, ранее судимый за разбойное нападение. Сотрудниками полиции произведен обыск по месту его жительства, в ходе которого изъяты ноутбук и принтер. В настоящее время подозреваемый содержится в следственном изоляторе Красноярска по подозрению в совершении разбойного нападения в краевом центре.
На этой неделе организовано семинар-совещание по 100% обеспечению школьников и студентов СУЗов горячим питанием. В нем приняли участие сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, также представители Министерства образования, агентства по делам семьи и детей ТУВИ и начальники управления образования муниципальных районов республики. Участников семинара ознакомили с итогами надзорной деятельности за 9 месяцев этого года. Так, по данным Министерства образования, 100% обеспечение горячим питанием обеспечено в детских дошкольных учреждениях, в общеобразовательных школах на уровне 95-8%, в учреждениях среднего профессионального образования на уровне 15%. Однако предоставленные данные расходятся с данными, полученными от руководителя образовательных учреждений. Между тем, за 9 месяцев 2018-го проведено 135 контрольно-надзорных мероприятий в столовых образовательных учреждениях. По его итогам вынесено 101 постановление о наложении административного штрафа на общую сумму 575 тысяч рублей, в том числе 17 на юридических лиц на сумму 390 тысяч рублей. В свою очередь, в числе основных нарушений находится нарушение требований к оборудованию пищеблока, в том числе использование посуды с поврежденной эмалью и несоответствие количества посуды и числу детей, недостаток холодильников, отсутствие производственных столов. Также для недопущения случаев отравления было рекомендовано обязательно соблюдать правила хранения продуктов. Также запретили использование для организации питания детей таких продуктов, как маргарин, майонез, жареные во фритюре продукты, молочные продукты, заменителями молочного жира в составе макароны по-флотски. У нас полностью оснащены отдельные кровати для матери, для ребенка. Улучшить работу и внедрить систему менеджмента качества в республиканскую детскую больницу ТУВИ приехали специалисты из Бурятии. Так, в республиканской детской больнице уже внедрены новые технологии и стандарты. Система менеджмента качества, у нас каждое отделение имеет свою цветовую маркировку и маркировку в виде вот таких вот маленьких животных, которые висят. Мы сейчас находимся в отделении анестезиологии и реанимации, и они у нас являются божьими коровками. Конечная цель внедрения этой системы – это повышение качества оказания медицинской помощи и деятельности, безопасности для сотрудников и их родителей и детей. Специалисты межрегионального центра компетенции врачей на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко в Бурятии занимаются подготовкой медицинских организаций к успешному прохождению добровольной сертификации медицинских организаций по качеству и безопасности медицинской деятельности. В свою очередь, гости из Бурятии оценили работу тувинских врачей и наметили дальнейшие планы. Впечатление благоприятное, очень понравился коллектив, молодой, такой задорный, с энтузиазмом. Вовлеченность персонала очень поражает в приятном таком отношении, потому что это хорошо, когда коллектив и врачи, и средний персонал наши заинтересованы в этой работе. И некоторые технологии очень интересные, любопытные, даже вот по предварительным оценкам очень хорошие, даже лучше, чем у нас. Поэтому вам есть чем гордиться. Ну и, соответственно, есть куда развиваться. Главная цель приезда специалистов межрегионального центра Бурятии – это проведение внешнего аудита, то есть, другими словами, изучение работы республиканской детской больницы, по итогам которого будут даны конкретные рекомендации по дальнейшему улучшению работы. Снежная трасса ждет или лыжи для всех. Именно так назвали свой проект спортсмены Федерации лыжных гонок ТУВИ. Так, Тувинская федерация с октября 2017 года начала готовить новую лыжню. Так, круг для лыжников на станции Тайга стал просторнее, трасса шире и длиннее. Как сообщают федерации, теперь обновленная трасса позволит вплотную заняться коньковым ходом. Прежняя узкая дорожка позволяла наматывать круги только по технике классического хода. На обновленной трассе учтены все особенности местного рельефа, в том числе перепады высоты как для детей, так и для любителей лыжней. Подъем в горку и спуск станет легче и мягче. К слову, схему каждого маршрута создавали с помощью спутниковых карт. Все на виду, протяженность дистанции и набор высот различной длины. Для проверки лыжней в ТУВИ пригласят калибровщика. Специалист досконально проверит все полотно и после положительного заключения трассу ведут в эксплуатацию. А это значит, что всеми любимая лыжная трасса приобретает официальный статус со своим паспортом готовности. Сделать женщину счастливой очень просто. Достаточно преподнести элегантное украшение для предстоящей зимы – шубу из натурального меха. Мы с
выставка продажа «Знатные меха» приглашает всех кызылчан и гостей столицы на большую ярмарку меховых изделий в торговый центр «Меридиан», второй этаж по улице Ленина, дом 50. Невероятный ассортимент, от такого выбора нетрудно и потерять голову. Более 1000 моделей шуб из норки, лисы и мутона. От классики до авангарда есть и длинные, и укороченные модели, и шубы-трансформеры от 40 до 64 размера. Качество всех меховых изделий на выставке приятно удивит даже самого требовательного покупателя. Все шубы сертифицированы, и неспроста, ведь качество, как уверяют производители, это первый и главный аргумент для совершения покупки. Кстати, о покупках на выставке «Знатные меха» вы можете примерить, выбрать и купить понравившуюся шубку без опасения разорить семейный бюджет. Цена проблемой не станет. Здесь любой товар можно приобрести нашла шубу своей мечты, пойду оформлять ее в кредит. Для этого мне нужен только паспорт. «Знатные меха» знатно радуют. Все доступно, все качественно и все с гарантией на каждую шубу. Один год. Приходите, выставка продажи работает с 12 ноября по 18 ноября. Торговый центр «Меридиан», второй этаж, ежедневно с 10 утра и до 19 часов вечера. Займы под залог авто. Высокая оценка. Быстро и выгодно. Без справок о доходах и скрытых комиссий. 8-963-209-7000 ровно. По республике ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 21, минус 23, днем минус 9, минус 11. На дорогах местами гололедица. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.